короче говоря, я не знаю, как это сделал, но теперь звук стал намного чище. Короче говоря, я вот использую Adobe Audition. Теперь записываю звук с этой программы. Короче, вот как-то так. Вот сейчас через виртуал кабель все это идет. Как раз все это дело. Вот, как-то так. А микрофон от наушников, он пердит. И он, короче, я пытался что-то с ним сделать, но ничего путного с ним не сделаешь. Короче, я сейчас сижу от... Сейчас от... Короче, сижу с микрофоном ноутбука. Сейчас, короче, попробуем поиграть в GTA-шку. Знаете, что я бы звук немножко убавил, блин, что он шибко орёт. На единичку поставил. Во, ништяк, вот так вот будет намного лучше, потому что в некоторых моментах меня там вообще не слышно. Во, кстати говоря, теперь намного лучше слышно. Очень хреново. Делать. Валюсь и валюсь этого байка. Странный баг. Впервые его вижу. Стройка прогрузилась только что, по-моему. Сейчас просто так бегать, ходить, говорить, тестировать микрофон, насколько он стал лучше с этой фигней, но я имею в виду с обработкой, качество вроде улучшилось, намного лучше стало, шумов нету практически больше. Ну вот, в принципе, можно на этом видосе заканчивать. С вами был Гайчик, всем хорошего настроения, всем пока-пока.